Очередное заседание Общественного совета при УМВД России по Воскресенскому району началось с награждения за активную работу. Грамоты вручал заместитель начальника Воскресенского управления Сергей Викторович Москалев. Руководитель Воскресенского отделения Красного Креста Татьяна Воеводина преподнесла подарок для изолятора временного содержания. Хотим передать вам свыше 200 книг для вашей библиотеки, для пополнения вашей библиотеки, для людей, которые все-таки оказались в трудной жизненной ситуации. И мы не просто вам дарим эти книги, а дарим их с такой вот надписью для ваших подопечных: «Пусть процветают идеи добра и милосердия и гуманизма». В повестке значилось сразу несколько тем для обсуждения. Среди них доклад о деятельности Общественного совета за 11 месяцев этого года. Работа проведена обширная. За 11 месяцев проведено 47 мероприятий с участием членов Общественного совета, из них 28 информационно-пропагандистских акций. Информация о деятельности нашего Общественного совета размещалась в различных СМИ, местных СМИ и в сети интернет. 163 материала вышло. Временно исполняющий обязанности госинспектора по пропаганде безопасности дорожного движения рассказал о положении дел, ситуации на дорогах района. Активная работа приносит свои плоды. В прошлом году за аналогичный период на наших дорогах погибло 17 человек, ранено 56. В этом 9 погибших и 41 человек получил ранения. К сожалению, пострадали 2 ребенка. Большая проблема сегодня – наезды на пешеходов. В большинстве случаев страдают те, кто не соблюдает правила перехода проезжей части. И отдельная тема – люди в состоянии алкогольного опьянения. Произошло 10 дорожно-транспортных происшествий именно по вине пешеходов, в которых погибло 5 человек и ранено 7. 4 пешехода находились при этом в нетрезвом состоянии. Это уже установленный факт. Сегодня в связи с этим особую актуальность приобретают светоотражающие элементы на одежде пешеходов, ведь темнеет уже 4 часа вечера. Кстати, во вторник, 5 декабря в 19:30 на нашем телеканале пройдет прямой эфир с участием руководства Воскресенского отдела ГИБДД и 6-го батальона. Зрители смогут в прямом эфире задать свои вопросы. Члены совета обсудили также мероприятия на предновогодний месяц, а в завершении присоединились ко всероссийской акции «Пристегнись, Россия». Денис Нитков, Сергей Емельянов, Воскресенские вести.